Отныне четкие рамки выдержанного исторического стиля улицы Ленина размыты подобно акриловым мазкам на работах Алексея Саперова. Художник работает в стиле неопоп-арт, своего рода комбинация мировых знаменитостей и символов нового времени. Так, Чарли Чаплин и Микки Маус стали единым целым, а классическая палитра уступила место неону и ярким тонам. На самом деле технологию я оттачивал достаточно долгое время. Действительно, каждый материал, он имеет определенные свойства и особенности. Вот. Но, опять же, методом проб и ошибок я вывел определенную и густоту красок, и определенную технологию производства этих картин. Вот. Но акрил, он прежде всего достаточно яркий по краскам. Вот. Поэтому, в принципе, выбор пал именно на акрил. Современное искусство оказалось слишком смелым для Ульяновского художественного музея. Но лишать возможности творить экспертный совет не стал. Более того, в планах расширить количество полотен на улицах города, на конкурсной основе выбирать лучшие работы, размещать их во всех районах. Опасность заключается в том, что вот мы разместили, например, вот такого художника, а другой художник пройдет, люди творческие, они обидчивые, он пройдет и скажет, ну почему не я, почему вот, собственно, достоин он, а я остался в стороне. Коллаборация истории поп-арта «Эксперимент» для Ульяновской области. Классические рекламные баннеры и расписание в театр, говоря современным языком, не зашли местному населению. А потому после реконструкции принято решение не прерывать новые тенденции на остановочных павильонах с USB-разъемами и подогревом. Это решение, как я сказал, уже пришло по результатам наших экспериментов. То есть мы оценивали активность при размещении информационной какой-то информационной составляющей, при размещении праздничных поздравлений. Ну, активность как бы горожане не проявляли. И поэтому было принято решение сделать галерею на открытом воздухе, чтобы как бы и поддержать местных творческих людей. Вот. Ну и привнести немного красок в нашу жизнь. Работы планируют менять раз в месяц или же по мере поступления новых. Все зависит от активности ульяновских художников. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.